Итак, всем привет. Решили, что сегодня у нас имеет закрытие Серпуховско-Тимирязевской линии МЦД-2. Тут закрыты станции. Савеловск, тут закрыты станции. Менделеевская, Цветной бульвар, Чеховская и все. Тут закрыты всего лишь только 3 станции. Но сказано, что это закрыто на сегодня только. Да поэтому на станции это, потому что на станции здесь имеет, конечно, что потому что с 20 и 21 мая дальше до Савеловской движения нет. Пользуйтесь БКЛ, кольцевой и другими линиями метро. Но обязательно для того, чтобы поехаться, обязательное закрытие участка требует около больше 5 минут. Маршрут будет вот такой, если закрытие имеет. Вот если тебе надо до Савеловской доехать. Вот как надо пользоваться. Тщательно, что надо доехать сначала вот такой маршрут. У нас очень много на самом деле маршрутов. Ну, мы с вами такое сделаем. Сначала на станции Боровицкая, пересаживаемся на Арбатскую, Арбатско-Покровскую, доезжаем до Курской, пересаживаемся на Чкаловскую, доезжаем до Мариной Рощи, потом доезжаем до БКН, до Савеловской. Это был первый пункт. Второй пункт, 35. Этот маршрут занимает более 32 минут. Второй маршрут 35 минут. Тут надо поехать до станции Боровицкой, писать на библиотеку, блин, доехать до Соколиков, писать до БКЛ, доехать до Савеловской и писать до Серпуховской, Тимирязевской. Этот путь занимает 35 минут. С высадкой БКЛ. Этот путь занимает 30... Так, это там что такое? На станции Боровицкой, писать на библиотеку, блин, доехать до Чистого Дома, писать до Тургеневскую, доехать до Рижской, пищать до БКЛ и доехать до Савеловской. Этот поезд занимает 32 минуты. Это было просто плохо. Что закрытие? У нас что закрытие еще МЦД-2 увеличили интервалы. Так, это произошло очень много. И дальше второй пункт, так, пятый пункт, четвертый пункт назначения. Это станция поехать до Боровицкой. Доехать до Боровицкой, пищать на библиотеку Блина, доехать до Чистого Пудова, пищать на Люблинскую Дмитрию. Пересечь на станцию Светлый бульвар, доехать до Мариной Рощи, пересечь до Бакарина, доехать до Савеловской. И пересечь до Серпуховской, Тимирязевской линии. Но это закрытие пути занимает себя около 302 минуты. Дальше, есть еще один план. На станции Библия, потому что на станции Боровицкая, пересечь на Арбатскую, доехать на площадь Валюс, пересечь на Театральную, доехать до Динамо, пересечь на Петровский парк и доехать до Савеловской, пересечь на Серпуховскую, Тимирязевскую линию. Но этот путь занимает тебя 32 минуты. Это с вами маршрут такой. На станции Боровицкая, пересечь на Арбатскую, доехать до Электрозаводской, пересечь на БКЛ, доехать до Савеловской, пересечь до Серпуховской, Тимирязевской. Но этот путь занимает тебя 37 минут. Вот тут с вами у нас маршрут уже будет намного больше. Итак, так. Мы с вами доезжаем. Мы до станции Боровицкой, доезжаем до Севастопольской, пересаживаемся на Каховскую, доезжаем до Савеловской. И вот так вот себе. Это надо проехать всю БКЛ по старинному. И пересечь до Серпуховской, Тимирязевской линии. Но этот путь занимает намного больше. 1 час 7 минут. Но это самый большой пункт назначения. До станции Боровицкая, пересечь на Севастопольскую, пересечь на... доехать до Севастопольской, пересечь на Каховскую, доехать до Савеловской и пересечь на... и пересечь на Серпуховскую, Тимирязевскую линию. Но этот путь уже занимает 1 час 8 минут. Ну, в конец видео вам покажу, какие станции закрыты на этой Серпуховской, Тимирязевской линии. Все. Теперь второе закрытие, это МЦД. То есть это закрытие, представляю себя очень долго, но закрытие откроется совсем скоро. Они пользуются автобусами, но они не пользуются автобусами КМ. Но эти станции закрыты только сегодня и завтра. Но они откроются совсем только 22 мая. Итак, да, продолжаем закрытие МЦД. Тут нам с вами до Царицына надо ехать. От Царицына до Курской. Ну, а тут с вами занимает всего лишь вот такие станции. Тут с вами закрытые. К сожалению, тут с вами очень долго ехать. Тут поехать всего 34 минуты. Но, к сожалению, тут нет навигации по маршрутам. Потому что это не подходит решению у нас. Решение подходит, это то...
была смена царицы, мы с вами доезжаем. Это которая станция была закрыта до Москвы линии. И вот до Курской надо ехать, до Арбатской, Покровской, Кольцевой. Давайте Кольцевой, потому что надо с вами вот этот путь занимает тебе около 302 минут. Ну да, потому что это закрытие участка, так это придется надо вот так ехать. Но в конец видео я покажу закрытие станции Серпуховско-Тимирязевской линии. Ну, почему именно имеет закрытие сейчас? Сейчас мы это и узнаем. Закрытие имеет надолго. Поэтому эти станции закрыты около 1 часа 28 минут ехать. На БКЛ совсем немного лучше, потому что сам надо доехать на станцию Саиц, доехать до Театрали, пищи до Площади Эволюции, доехать до Курской и пищи до МЦД. Намного лучше, так себе. Дальше второй пункт. 30 тоже такой же. Так, потому что на МЦД Царицыно, пересечь на метро Царицыно, доехать до Павелецкой, пересечь на Кольцевую линию, доехать до Курской. На этот путь уже занимает 32 минуты. Это тоже 32. Это сам на второй навигации 50 минут. Ну, пересадка очень маленькая и большая, это потому что тут сами не особо. На станции стоит на пересечь на МЦД, доехать до Курской, пересечь на Арбатскую, Покровскую линию. И вот такой маршрут с вами до старой. То есть закрытие и увеличение интервалов намного лучше. Мимо информаторы сейчас говорит такое. Внимание! Закрытие участка Боровицкая, Савеловская, Серпуховская, Тимирязевская линии. Пользуйтесь автобус. Пользуйтесь кольцевой линией, пользуйтесь большой кольцевой, или соседними линиями. Ну, то есть закрытие имеет надолго. Ну да, потому что тут с вами надо очень долго, потому что станция Чеховская откроется вообще послезавтра. Ну да. И почему навигация такая? Потому что тут можно же написать название Боровицкая. По-русски, по-английски, ну по-английски зачем, если тут и так тут... Да, Боровицкая не совсем так уже угоднее. О, я не то сделала. Давайте на Чеховскую. Нет, теперь давайте на Двиной бульвар. Давайте на Цветном бульваре давайте. Так тут сказать уже не сливается. Эту станцию никак не попадешь? Ну да. Потому что сейчас какая будет позорская. Как доехать по всю Черпуховско-Тимирязевскую линию? Если могли бы всю линию закрыть, был пользователь бы автобусы КМ. Некогда должны был только от Владыкина теперь бы. От Владыкина должны бы только доехать до бульвара, до улицы Старокачаловской. Но этот путь был такой был бы, если бы закрытие было Серпуховско-Тимирязевской линии. Но, к сожалению, был только бы такой путь. Сначала доехать... Да, уж закрытие Серпуховско-Тимирязевской линии недалеко. Но тут вот можно вот таким способом поехать с закрытием этой линии. Не сказать было, что по МЦК ехать лучше намного дольше, потому что этот путь вообще самый меньший, и это вот этот, потому что в нем ехать около 8 минут. Так это очень долго на самом деле, но что поделать. Ну да, пусть поездка на закрытие всю линию, как Арбатско-Покровскую. Я помню, вам показывал обзор тут. Закрытие вот тут этого убираем. И теперь сейчас у нас имеет закрытие Арбатско-Покровской линии. Из Байлова мы с вами нажимаем отсюда. И до Волоколамской, МЦД-2. Вот сюда вот. Ну, бы могло, что МЦД не было, к сожалению. Ну, что поделать. Мы с вами пишем, что мы из Байлова Волоколамской. Ну, неправильно, потому что выбор тут с вами у нас только такой. Но и в МЦД не было до того, подходящая была только Куцевская. Ну нет, на Филевскую, потому что Филевская тут, не БКЛ же. Так, сами сейчас сюда нажимаем, и закрытие составляло из себя неприличный. От Избайлова это МЦК еще не было. Первая станция была наверное, только Курская, потому что надо дописать было. Курская кольцевой линии. Курская кольцевой линии. Курская решили, что это сами вот такой вот обход. Это неверный, потому что ответ. Ну, что поделать. И вот мы с вами сейчас попрощаемся. И так мы с вами посмотрели закрытие Серпуховско-Тимирязевской и МЦД-2.
И вот я вам решил, что я вам хочу показать закрытые станции Серпуховско-Тимирязевской линии. Сейчас я вам это и покажу. И попрощаюсь с вами прямо файлов. Чеховская. Цветной бульвар. Менделеевская. Ну вот, я вам именно и показал закрытые станции, вот эти, которые на Серпуховско-Тимирязевской линии. И до свидания. Пока. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Мы с вами были на канале Артёмик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за 3 секунды. 3, 2, 1. И всем пока. До свидания. Пока. И всем пока.